Сударь, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль. А я не приду. Почему? А потому что я трус и подлец. Семен, ну может о нашей свадьбе пора поговорить? Знаешь, Лариса, мне цыганка нагадала, что моя первая жена умрет. Давай я сначала женюсь на том, кого не жалко, а потом уж на тебе, любимая. Перед 8 марта Изя чувствовал себя счастливчиком. А все потому, что у Сары была аллергия на мех, цветы, парфюм, драгоценные металлы и морепродукты. Дядя Вася, крановщик с 30-летним стажем, за 10 минут обчистил автомат с мягкими игрушками. В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, крутится стул.